Ну а махачкалинцы смогли воочию увидеть и насладиться необычным зрелищем. У здания Кумыкского театра развернулся фестиваль по паркуру и трекингу. Участники продемонстрировали самые сложные экстремальные трюки. На спортивный баттл съехались практически со всей России. Прыжки, нарушающие законы физики, увидел и Руслан Касумов. Упор на руки и на ноги как можно тверже, отталкивайся как можно сильнее. Не уверен, не прыгай вообще. Главное правило каждого паркуриста. Цена ошибки, переломы и ссадины. Зато в прыжках и трюках полная свобода. Выступление на конкурсе спортсменов, хоть и не очень профессиональное, зрителям понравилось. И еще бы, ведь такого вживую дагестанские зрители не видели еще никогда. Конкурс паркуристов в республике проводят впервые. И несмотря на то, что в Дагестане в приоритете борьба и дзюдо участников оказалось немало. За местом на пьедестале боролись почти 20 человек. Многие не спали 4 суток. Мы реально не спали. То есть много нервов, много сил потрачено. И вы сегодня видите, что это все не зря. Наконец-то в Дагестане начало проводиться что-то новое. Какая-то хип-хоп-культура уже начала возрождаться, да? На конкурс пригласили спортсменов из других регионов Кавказа. Ислам Бакуев, родом из Чеченской республики. Паркуром профессионально начал заниматься еще 4 года назад. Таких соревнований, говорит парень, на родине не проводят. Меня пригласил ваш земляк Мага. И у меня была такая честь выступить тут у вас, в Махачкале. Думаю, ну сегодня я занял второе место. Думаю, что в следующий раз будет еще лучше. Точнее... Есть трейсеры, которые занимаются, но нет, ну, нас не финансируют вообще. Такого конкурса не было? Вообще не было. Соревнования включили еще одну малоизвестную Дагестану дисциплину – трекинг. От паркура отличается тем, что не надо лазить по стенкам, и в нее включены элементы из боевых искусств и гимнастики. Я выступал по направлению трекинг, занял первое место. Я не хотел свой настрой сбивать, я также держался, ждал этого момента. Вот, и как мои надежды оправдались, готовился я тоже. Завершили соревнования танцоры брейк-данса, но организаторы обещают сделать такие батлы между спортивными движениями ежегодными. Руслан Касумов, Руслан Салихов, Велимир Магомедов, Юсуп Газиамаров. Время новостей.